Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 23 августа включительно по адресу улица Ленина, 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. В Бобруйске объявлен День трезвости. Профилактическая акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. На территории города в течение суток ограничена продажа спиртных напитков, за исключением розничных объектов общественного питания в Розлив. 17 августа с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение социально-культурной сферы и идеологической работы, образования, социальной защиты. Также разговор коснется контроля за исполнением документов, работы с обращениями граждан и юридических лиц. Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает жителей города на информационную встречу «День предприятия». 20 августа с 10 до 3 двери распахнет птицефабрика «Вишневка». Граждане смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы специалисту кадровой службы. С 19 августа в Беларуси стартует информационно-пропагандистская кампания МЧС. Продлится она до 13 сентября. Главная цель – привлечение внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от внешних причин, в том числе от пожаров вследствие оставления их без присмотра. Спасатели пообщаются с родителями, а также проведут тематические уроки безопасности.